Поехали, работаем, работаем. Дико от винца на прощупочку делаем. Делаем прощупончика. Все с резистами от винца уже катают. А нет, один рез. Бля, ну, если честно, по первым ощущениям прям реально неплохо наваливает. По первым ощущениям прям навалочка неплохая работает. Парападума, не так скоро ты вовсе покинешь ТОшку? Ты так уверен уже? Уже сложил себе такой пазлик? Сложил себе такой пазл? Ну, скажу честно, пока что планов таких нету. Планов таких и нема. Бери бластер, приятнее напуливаться. 125-150 твинс выдавал, а сейчас... А сейчас по 110, да? Сейчас 110-очку дает. Ну, 110-очку тоже на пощупать неплохо пойдет. Пойдет! Пойдет, ребяточки, пойдет. Прощупочка. Делаем как будто бы. Только надо под оудиком еще. Это, ух, у него еще и сплэш урон такой большой. Еще и настолько большой сплэш урон. Нифига, девайс там уже 11 киллов сделал. Девайс там просто позиционочку взял сбоку и стоит, наваливает контента. Чисто навалочку контента делает. Нормалек. Нормалечек, нормалечек, нормалек. Надо по доставочку как-то сыграть, ребяточки. Чуть-чуть страховочки какой-то подраздать. На врывон. Блин, шафт ваншотает. Так, а что там взять? Шафт страйкер. Шафт страйкер сделаем. Флэш супер жесткий, да. Флэш вкусненький. Так, значит, шафт. И страйкер. Если твинца оставим, чтобы от себя резистик был. Так, ну и нам надо под доставочку, ребятки, как-то делать. УТРчик тут уже на изиде наваливает. УТРчик, я думаю, 2 дня скучал жестко. 2 дня скучал маленький. Так, опять доставку, что ли, отдали? Да не, вы что, гоните? На доставочку отдавать в такой ситуации, это будет плохо. Так, а если мы дико твинца под твинцов еще дадим критов, это будет же контент, не? Это будет лучший контентик? Если долбанем, попробуем. Будет прощупка? Как думаете? Если я сделаю прощупона. Пойдет движуха или не пойдет? Как вы считаете? Надеюсь, что пойдет. Если подраздадим. Давайте попробуем. Под тиммейтов дать. О, девайс минус упал. Надо тиммейтиков. Тиммейтов надо рядом. Флэш стандарты. Ну, значит, я на твинсе чересчур мало играю. Так, ну что, делаем, ребяточки, делаем прямо сейчас. Вот прямо сейчас можно делать. Давай, девайс. Врывал его. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ребяточки. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это цифры. Не, ну если так на троих раздавать криты по очереди, мне кажется, что это была бы лютейшая темка, не? Если на троих просто с этого твинца подраздать грязи. Да не, это имбаланс, вы чё, гоните? А зачем орех такую имбу сделал? Это же просто лютейшая имба. Да не, это до свидания, ребяточки. Это просто поломанный баланс в игре сразу. Не-не-не, ребяточки, я думаю, что это надо... Это сразу надо на основной ченнел, ребяточки, как будто бы. Но это же ужас какой-то, это что за прикол? А если говорят, что вчера он был еще сильнее, это вообще ужас. Вы что, гоните? Это же и так ненормальный урон. У меня вон по троим сплэш летит. Ептить. Да вы что, ребят, завязывайте. Зачем такую имбу делать?
Это же просто салатик под нарезку колбасы. Просто салатик. Куда? Смотрите, какой урон. Какая скорость снаряда. Ё-моё. Да тут резист не спасет. Тут резист не спасет от этой котлеты. А если под критами еще сверху? А если 3 диктатора напощупать? А если 4-5 диктаторов напощупать? Просто с пинцами можно просто эту карту уносить в салатик, в нарезку такую давать жесткую. Ой-ой-ой-ой-ой, страшно. Страшно, ребяточки, страшно. Очень страшная темочка, как будто бы. Да не, это вообще куда? Куда, ребята, куда? 17 киллов просто как с куста, я ничего даже не сделал. Я даже ничего не сделал. Девайс диктатора бери. Ленечка, давай тоже диктатора твинца прямо сейчас. На молоте катают, Леня. Давай дико твинца прямо сейчас напощупать. Дай-ка контента, Ленечка. Сейчас как дадим контента лютого. Салатик под нарезку колбасы. Тут просто бесшансовая будет. 98 у меня есть. Как будто надо резать жестко. У меня уже удишечка есть. Делаю соло оуди. Блин, ну соло оуди не надо было делать, ладно. Соло оуди — это ошибка. Это ошибка. Это была ошибочка. Надо было дождаться тиммейтов. Дождаться тиммейтиков надо было. Было бы очень сильно. Здорово, лучше прямо сейчас. Здорово, Макс, здорово. Магистр, привет. Соленоиды интересные стали на Гаусс. Да я смотрю, много устройств стало интересных, но вот это, мне кажется, прям чересчур сильное устройство. Оно чересчур выделяется из баланса. Как будто бы... Как будто бы это ненормальный урон. Неадекватный. Это неадекватный урон. Если еще под критами. А если еще 3-4 игрока на диктаторах с поочередным прожатием оудишки, то как будто бы это вообще ужас. Просто по очереди врубалову эту делаешь. И салатик нарезаешь. Да не. Это перебор, ребят. Я все, конечно, понимаю, но это перебор. Это перебор. Пашич, привет. Крупнокалиберную картечь затестить разом на молото. А, тут смотрю, можно пол гаража протестить, не, ребяточки? Пол гаража сразу протестить. Ну куда? Ну это же ужас. Это ненормально. Это ненормально. Просто. Просто без шансов. Жесть. Жесть. Здорово, Сетик, здорово. Я все четко. Так, у девайса оверка появилась. Давайте под девайса сыграем. Сыграем под него. И потом как будто бы... Как будто бы делаем... А, блин, быстро что-то нас разобрали. Как будто делаем потом мою продленочку сверху на добавочку. Делаем продлевалову. По троим сразу. Ой, чел, шареллу кидает сразу. Прощупочную шареллочку. Да тут даже резист, не резист, вообще без разницы. Все, девайс полетели. У меня 97. Сейчас как уже мало удадим на ход ноги. Пойдет жаровня. Жить, жить, жить. Жить, жить. Блин. Сука, как меня жестко сейчас шафт обломал. Еще и до нуля слетело. Да ё-моё, Валера. Как же сейчас салатик был бы нарезной. Какой бы сейчас салатик бы нарезали бы. Ну, этот шафт подлюка. Все обломал. Всю обломочку сделал этот шафтелло. Неприятно. Ну, это ужас. Это просто ужас, ребяточки.
Леня взял дико твинца, но он сказал, что у него твинца на дальность нету. Леня, ты что не стреляешь? У тебя, Лень, пробел отключили, что ли? Чего ты стоишь, Лень, смотришь? Жесть. 33 кила, как с куста, ребят. Просто как с кустика. Просто как с кустика. Если бездашные танки, то это вообще смерть. Сразу. Просто сразу смерть. Но это очень сильно. Это надо нерфить. Куда? Это дисбаланс лютый. Я не знаю, что было вчера. Но вот это вот уже дисбаланс. При том, что это устройство не требует вообще никаких ваших возможностей от слова совсем. Все, что вам нужно делать, это зажать кнопку и наваливать. В принципе, все. Зажал и делаешь движуху. 36 киллов. Ни с чего 36 киллов. 36 киллов с ни с чего. 85% овердрайва можно попробовать. Это я еще ни одной оверки не реализовал нормально. Если бы я бы еще овердрайва реализовал бы нормально, у меня бы уже больше 50 было бы. Просто больше 50 бы уже псалатик нарезал бы. Опа, у девайса оверка появилась. Дабл продленочка, как будто он дома. Он даже под куполом дома. И этот тоже под куполом дома. Просто под куполом ребяточки домой уезжают. Ой-ой-ой-ой-ой. И страшная продленочка сверху. И сразу страшная продленка сверху. Ой, а что такое? А где лица, ребяточки? И УТРчик только со сулендрой может спастись. Ептить. Это жесть, ребяточки. Это просто до свидания. А зачем что-то другое использовать в матчмейкинге сейчас, если можно вот такую комбину взять и все, и матчмейкинг сломан. И просто сломан матчмейкинг. И он просто сломался. Да, это жестко. Ой-ой-ой, криточки еще. На ход ножки. Еще 44. 1000 очечи. Леня не делает. Леня не делает доставочку. Но это ужас. Это ужас, ребяточки. Это ужас. Лютейший дисбаланс. Нерфить срочно. Срочно нерфить такую дисбалансную тему. Габелла.